Приветствую вас! С вами снова Алла Касаткина, проект «Ладно, и я». И сегодня мы поговорим о том, что очень важно для каждой женщины знать, соблюдать и чувствовать внутри себя для того, чтобы быть счастливой именно в личной жизни, чтобы чувствовать себя женственной, чтобы чувствовать себя наполненной. Смотрите, для того, чтобы быть успешной в профессиональной сфере, что мы говорим? Человеку важно верить в свои профессиональные качества, важно себя уверенно преподавать на работе, важно правильно выполнять поставленные задания, тра-та-та-та-та-та-та, мы четко, у нас у всех отлетает от зубов наше представление о том, каким должен быть хороший специалист. Но приходят ко мне такие замечательные, хорошие специалистки, женщины на консультации и говорят, вот на работе у меня все, ну просто получается, и деньги получают, деньги идут, и должности дают, и с людьми я хорошо лажу, и то, о чем я мечтаю, у меня получается. Я говорю, а с чем же ты тогда приходишь ко мне? Ты понимаешь, все хорошо, личной жизни нету. И начинаем мы разбираться. Вот как только заходит речь за работу, как только заходит речь о том, чтобы сказать, какая она хорошая вот там в отношениях с людьми, вообще никаких проблем. Она себе рассказывает все. Я говорю, ну хорошо, это то, какая ты с людьми. А теперь представь себе, ты же личную жизнь хочешь. Вот теперь давай поговорим о тебе как о женщине. И тут женщины в корне меняются. Эффектная, уверенная в себе женщина полностью исчезает, так сказать, антураж весь. И передо мной сидит скромненькая, сомневающаяся, с опущенными плечиками женщина, которая тяжело вздыхает и говорит, а что говорить обо мне как о женщине? Ты же знаешь, за плечами развод, мне уже не 15, там конкуренток много, я еще сомневаюсь, понравлюсь ли я ему, он мне вообще-то очень нравится, но я не знаю, согласится он жить с моим ребенком. И тут же начинается куча всяких отмазок, чем она не хороша, что же в ней такого, за что ее выбрать нельзя. Очень хорошо объясняют. Точно так же, почему она замечательный профессионал, точно так же объясняют, почему она недостаточно хороша для того, чтобы быть счастливой в личной жизни. И интересный момент. Когда я говорю об этом своим клиенткам, они искренне удивляются. Обычно после этого я задаю вопрос. А знаешь ли ты, что и у твоей женщины есть самооценка, как и у тебя? Вот ты себя оцениваешь как специалиста. Какая ты? И твоя женственность оценивает, насколько у нее велики шансы показать тебя в лучшем свете. Насколько у тебя велики шансы понравиться тому мужчине, который нравится тебе. А может быть, у тебя есть шансы, и если твоя женственность чувствует себя уверенно, привлечь мужчину еще более интересного. Даже того, о котором ты говоришь, боже, я о нем даже мечтать не могу. И это все происходит тогда, когда наша женственность внутри нас чувствует себя комфортно и уверенно. И вот именно поэтому, потому что мне хочется, чтобы каждая из вас, мои дорогие, чувствовала себя комфортно, уверенно, чтобы спокойно ходила на свидание, чтобы когда мужчина задавал вопрос, а кто ты или а почему я должен выбрать тебя, у него даже сомнений не было, что это только вы, та женщина, о которой он всю жизнь мечтал. Чтобы вам на свидании не приходилось искать, куда деть свои руки, как вам повернуть взгляд, куда вам смотреть, на каком стуле или как вам сидеть, чтобы вы могли расслабиться и ни секунды не сомневаться, что внимание мужчины, который с вами сидит на свидании, сосредоточено лично на вас. Чтобы он мог спокойно открываться перед вами. А вы могли понимать, вам вообще с этим мужчиной есть о чем поговорить? Вам с ним по пути, стоит ли тратить на него время? И это все может происходить тогда, когда ваша женственность чувствует себя свободно и уверенно. И вот именно поэтому решено провести семинар «Самооценка вашей женственности». Для того, чтобы мы с вами разобрались, из чего она складывается, как она формируется, как вы можете повлиять на то, чтобы ваша женственность не была каким-нибудь сморщенным сухофруктом внутри вас, не понижала ваши шансы на счастье в личной жизни, а наоборот, чтобы она делала вас замечательной женщиной, чтобы вы себя чувствовали великолепным цветком, который благоухает и к которому все стремятся хотя бы поближе подойти, не говоря уже о том, чтобы стать обладателем этого цветка.
Вот об этом, обо всем, как быть привлекательной для мужчин, как уверенно ходить на свидание, как на вопросы о том, да я, вы могли тоже спокойно рассказать, какая вы. И чтобы каждый мужчина точно понимал, что это не просто одна из многих, а вот эта женщина, которая достойна внимания, достойна любви, достойна заботы, достойна лучших похвал и лучших комплиментов. Вот об этом, обо всем мы поговорим с вами на семинаре «Самооценка вашей женственности». Мои дорогие, записи, как всегда, не будет. Поэтому семинар бесплатный. Все, кто хочет прийти в эфир, мы будем искренне рады вас видеть. Свои данные оставляйте в форме регистрации под этим видео, и приглашение в эфир придет к вам на почту. Обещаю, будет очень интересно, очень необычно и очень полезно для вашей женственности. С вами была Алла Касаткина. До встречи на семинаре. Пока-пока!